херня. А, ну чё? Чё, не влезло в харю, да? Обидно, да, сука? Невкусно? Так тебе и надо, гад. Так. Так, открываем. Отлично. Леон. Блин, я думал, что это будет не так больно. Успокойся, я перевяжу тебе рану. Так лучше. Да забудь. Я только что узнал, что Джон умер. Что? Да забудь. Теперь просто выбираемся отсюда. Да, душевный разговор, перевязка ран. Что может быть лучше? Все совсем как во второй части Рэмбо «Первая кровь». Там, где его из лагеря-то спасла Коубоу. Или как ее звали-то? Ну да, примерно вот так вот ее и звали. Так, что тут у нас? Ага, смотритель. А, возможно, мне показалось, но я видел Дона сегодня. Мы говорили насчет нашей работы. Он сказал мне, что он приболел и провалялся в постели со вчерашнего дня. Это совсем не удивительно, учитывая то, как долго он здесь работает. Он сморкался как лошадь и чесался, пока мы разговаривали. Я спросил его, может, он перегрелся? Однако он посмотрел на меня, как будто бы я издевался. Да что с ним, блядь, не так? Так, шеф Айронс посетил лабораторию. Так, стал посещать лабораторию чуть чаще, чем раньше. Так, я не понимаю, в чем дело, но... Однако он выглядит хмурым. Выражение его лица... навевает какие-то неспокойные мысли. По-моему, это все потому, что доктор Биркин все еще не отвечает. Шеф... должен признаться, что шеф довольно-таки крутой чувак. Учитывая, сколько он сделал для города, я просто не могу это отрицать. Так, я гораздо меньше пью, потому что я на кладбищенской смене. Так. Но я не могу этого не делать с тех пор, как я живу. Шеф Айронс пришел сегодня позже, выглядя гораздо угрюмее, чем обычно. Я попытался пошутить над ним, однако не прокатило. Он достал пушку и чуть меня не пристрелил. Я попытался его успокоить, однако, похоже, у этого парня были серьезные проблемы. Я знаю, он не может попасть в лабораторию без моей помощи и моей медали. Неужели это для него значит служить и защищать? Так. Вильям сказал мне, что полиция и СМИ начали расследование в действиях Амбреллы. Он сказал, что расследование будет проходить по всему городу, и что нужно как можно упорнее удерживать их от,
от посещения канализации. Он спросил меня. Так. Он попросил меня делать это, пока операции по... Блин, я не понимаю, как это перевести. Так, канализация до сих пор будет использована в качестве прохода. Однако ему херово от того, что мне придется использовать экстремальные средства, и поэтому я могу потерять свою работу в любой момент. Блин, да походу у чувака были проблемы. А, вот оно. А, не-не-не, как раз надо использовать. Вот вам еще одно место, где нужно использовать вентиль. Хотя, конечно, довольно странновато вот так вот использовать вентиль для того, чтобы останавливать вентилятор. Это довольно непривычно, что ли? Непривычно. О, нет, сейчас будут жуки, жуки, суки, я их ненавижу. Ненавижу жуков. Жуки отвратительные. Ну, жуки. А где жуки? Бля. Да, не повезло. А так бы я их тут всех нахрен перебил. Я брутален и бессердечен. Хотя ходят легенды, что Джигурда даже брутальнее и бессердечнее. Опа! Зомбари. А! Ё-моё! О, прикольно, slow motion. Мне это нравится. Ты это, успокойся, братюнь. Успокойся, блядь, я сказал. Так, все в порядке. Верный признак. Если мертв, значит всплывает. Не. Пипец! Здесь до сих пор эти пауки, сука, я их ненавижу. Они отвратительные, они плюются ядом. И настолько мне противны, что я хочу их покусать. Да не, шучу, я бы не стал кусать их отвратные волосатые лапы. Got it. Оп, все путем. Ах, как-то неспокойно, блин. Какая ржавая дверь. Так вот, значит, что это за секретный проход. Воу! Блин, я-то уж подумал, что все рухнет сейчас. Ну ладно, будем надеяться, что не рухнет. Когда мне не хочется проваливаться раньше времени. Так, ну-ка посмотрим, может тут что-то есть. Ну, ну же! Нет, нихуя тут. Нет. А, нет, стоп. По-моему, я что-то не то делаю. Ну вот. Есть! Так, ну ладно, я здесь вот пока постою. А, ладно. В общем, на этом серия заканчивается. С вами был Карлик Ситри. Пока.